Что такое VPN и почему он нужен каждому? VPN или виртуальная частая сеть часто используется для обхода блокировок, чтобы получить доступ к тому или иному заблокированному в вашей стране сайту или сервису. Но это не единственная польза от VPN. Эти технологии защищают ваши данные от тех, кто пытается узнать, чем вы занимаетесь в интернете, и пригодятся каждому, кто беспокоится о сохранности и приватности своей информации. Если ваш компьютер не подключен к сети, то единственный способ узнать, чем вы заняты, это заглянуть к вам через плечо. Однако, как только вы подключаетесь к интернету, доступ к вашим данным в той или иной степени получает довольно широкий круг лиц. От интернет-провайдеров и владельцев публичных Wi-Fi точек, которые могут отслеживать весь трафик, до сайтов, которые собирают информацию о вашем поведении, и даже властей вашей страны, которым может быть интересно, чем вы занимаетесь в интернете. VPN позволит скрыть ваши данные от всех, с кем вы не хотите ими делиться. Простыми словами, VPN подключает ваш компьютер или телефон через зашифрованный виртуальный туннель к удаленному серверу, через который вы и выходите в интернет. Находиться этот сервер может где угодно. Ваш провайдер может знать, что вы используете VPN, но не то с какой целью. Для властей и сайтов, которые вы посещаете, вы становитесь иностранным пользователем. Использование VPN-сервисов может сказаться на скорости вашего интернет-соединения. Кроме того, за действительно безопасный VPN нужно платить в среднем около $7-8 в месяц для обычных пользователей. А вот бесплатные VPN печально известны тем, что сливают данные своих пользователей, в том числе их логины и пароли. В некоторых странах также есть законы, которые ограничивают работу VPN-сервисов или даже запрещают их. Например, в России VPN-сервисам запрещено давать пользователям доступ к заблокированным сайтам, хотя пока этот закон не применяется. А в Туркменистане власти преследуют тех, кто использует VPN. Доступ к VPN обычно можно получить с помощью специальных приложений. Они существуют как для компьютеров, так и для телефонов, но есть и вариант попроще. Например, в некоторых браузерах, таких как Opera, VPN уже встроен.